Всем привет, дорогие зрители! В этом видео я вам покажу, как вы можете увеличить громкость своих динамиков. Есть как минимум три способа. Например, через инженерное меню, это самый сложный способ. Потом путем изменения региона на Сингапур, ну это такой средний способ. И самый легкий и эффективный классный способ, который сейчас я вам предложу в этом видео, это с помощью приложения. Приложение это называется Super Volume Booster. Мы сюда заходим. Приложение бесплатное, поэтому здесь появляется реклама, этому не нужно удивляться. Можете поменять тему этого приложения, поставить любую, просмотрев предварительно коротенькую рекламку. Ну, пускай будет вот эта тема. Давайте для начала, чтобы измерить исходное положение громкости, и после включения этого приложения мы прослушаем небольшую мелодию на максимальной громкости нашего смартфона Xiaomi. Итак, заходим в YouTube. Здесь я уже подготовил музыку. Мы от нуля прослушаем примерно секунд 30-40. И уже определимся. Итак, слушаем. Ставлю на максималку. Чтобы у вас было сравнение просто. Итак, это мы прослушали музыку на стандартной громкости, максимальной. Теперь мы включаем наше крутецкое приложение на максималочку, естественно. Нет, спасибо, рекламу пропускаем, до свидания. Итак, максимальная громкость у нас появляется в шторке для уведомлений. Объем до 200%. Но реально звук будет громче. Не прям скажу стильно, на максимальных возможностях вашего динамика, я так скажу. Итак, слушаем теперь уже через наш бустер. Опять с нуля и до 50 секунд. Сейчас вы должны определить разницу. Получилось ли у вас это сделать, я не знаю. Вы уже сами напишите в комментариях, получилось ли у вас определить разницу между нашей стандартной громкостью и громкостью через наше приложение Super Volume Booster. Кому интересно это приложение, я оставлю в описании под этим видео. Можете его скачать, посмотреть и установить. Очень быстрый и легкий способ повысить громкость вашего смартфона. Все, ребята, спасибо всем за внимание. Надеюсь, это видео было полезным. Всем успехов!